Сейчас я сделаю пакет трейсер 4.2.2.10. Здесь у нас настройка расширенных списков контроля доступа ACL. Первый сценарий. Здесь вам нужно будет проделать вот эти вот все команды по порядку и понять, как вообще можно настраивать списки контроля доступа. Например, вот здесь вот нужно прописать assess list вопросик. В маршрутизаторе R1 командная строка. Enable. Configure terminal. Например, я пишу access list вопросик. И здесь нас спрашивают. Вот, например, добавьте 100 к команде. Вы добавляете и снова вопросик. Пишем 100 вопросик. И так дальше. И таким образом вы будете понимать, в чем вообще, например, здесь вот. Ну, здесь все описано, я надеюсь, вы сами сможете прочитать это и понять. Просто анализируйте, что делают команды, а я сразу буду настраивать. Например, здесь команда заканчивается. А, вот она. Мы прописываем access list stop permit, то есть сотый access list разрешает TCP, IP, хосту и так дальше. Удаляю то, что написал, и вставляю команду. Выполняю. И сразу следующее. Донастраиваю список контроля доступа. Все. Мы настроили список контроля доступа. Теперь нам нужно его применить к правильному интерфейсу. Здесь нам указывается какой интерфейс. Вот. G00. И прописываем, что это список на вход. In. Дальше. Теперь таким же образом настраиваем следующий список контроля доступа. Где он тут? Здесь уже немного другой смысл настройки. Мы зайдем именно в саму настройку список контроля доступа. Вот. IP access list extended HTTP only. Копирую команду. Вставляю ее сюда. Вот. Мы вошли в настройку этого списка. И здесь мы будем настраивать его характеристики. Не нужно будет каждый раз прописывать access list 100 и потом указывать, что он делает. Мы зашли в настройку и теперь только указываем, что он делает. А, например, вот. Permit TCP. Где эта команда заканчивается. Вот. Permit TCP. Вот. Примерно такая же команда. Просто перед этим мы не пишем access list stopper. Сразу пишем permit. Paste. И вот эту вот команду. Вторую. Paste. Все. Мы настроили список контроля доступа. Теперь нужно его назначить на интерфейсе. Вот здесь опять-таки есть команды. Копируем, вставляем. И вот это вот тоже. Все. Дальше вам нужно будет пропинговать. Ну, это задание чисто на самообучение и изучение этих команд. Я надеюсь, тут все понятно. На этом все. Пока.